Масштабный проект включает в себя обустройство детской площадки, зону отдыха, парковок и озеленение двора. Сейчас рабочие демонтируют бордюры и металлоконструкции. Вывозят строительный мусор, уже закончили кронирование деревьев. Особое внимание к парковочным местам. Проект включает в себя сразу несколько автомобильных площадок. По словам прораба, результат точно понравится местным жителям. Я думаю, все понравится, и пока работают на пятерочку. Ну, демонтаж минимум, наверное, еще дней 10. Это минимум будет, потому что тут под травой оказывается еще плитка. Это надо все подготовить полигон для того, чтобы в дальнейшем устанавливать бордюры и уже делать разметку под тротуарные дорожки, ну и так далее. После демонтажных работ начнется установка бордюров. Проект долгосрочный, есть свои трудности и подводные камни. Однако специалисты заверили, что обновленную площадку местные жители смогут увидеть уже в середине декабря.